Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения Дуслук в Каспийском море. Церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президент Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает сайт президента Азербайджана. Этот документ стал результатом большой многолетней работы, нацеленной на упрочение и взаимопонимание в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе Каспийского моря для развития устойчивой энергетики широкого и взаимовыгодного международного партнерства, сказал Бердымухамедов. По его словам, в марте 2020 года в ходе официального визита в Баку президенты двух стран обсудили и проанализировали совместные возможности по сотрудничеству в сфере энергетики на Каспии. В результате были достигнуты договоренности на одном из крупных месторождений на Каспии. При этом было подчеркнуто, что главными будут солидарность, взаимоуважение и поддержка. Поэтому глубоко символично стало наше совместное решение назвать месторождение Дуслук. Принятые решения, без сомнения, войдут в историю наших отношений как яркий пример подлинного добрососедства, дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга, отметил он. Глубоко убежден в том, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях и в первую очередь на уровне президентов подписание сегодня документа было бы невозможным. Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. Это месторождение и работа на этом месторождении еще больше сблизит наши народы и принесет пользу и туркменскому и азербайджанскому народу, сказал в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отметим, что месторождение Кяпязь, туркменское название Сердар, было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения, по данным азербайджанской стороны, оцениваются порядка в 50 миллионов тонн. Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном. Азербайджан неоднократно предлагал Туркменистану совместную разработку месторождения Кяпязь на Каспии как вариант решения спора двух стран о принадлежности месторождения, но вопрос оставался открытым.